Мы всю свою жизнь, уже 10 лет, специализируемся на лечении эмали, лечении пятен на зубах. Ушли узко в это направление. Мы, конечно же, изначально основывались как центр гигиены и отбеливания зубов. Так как и Андрей Викторович Акулович, и я, собственно говоря, как его один из первых учеников, мы ушли очень глубоко в отбеливание зубов, в обучение большого количества врачей страны, и не только страны, на международном уровне представляем нашу страну. Исходя из этого, потихонечку, когда набиралась база пациентов, мы их стали чередовать, смотреть, с каких регионов они к нам ходят, приезжают врачи, сколько людей к нам направляют. И исходя из этого, мы стали искать, подбирать технологии, которые в дальнейшем улучшат эстетическую составляющую эмали. Наконец-то мы открылись, мы, слава богу, неимоверно правильно работаем и людям приносим добро и счастье. А добро и счастье – это все-таки положительная энергия. Положительная энергия, значит, мы ее и создаем, и кумулируем, вот, и направляем.